Дорогие женщины России, от всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем. Этот праздник мы отмечаем в самом начале весны. Погода в нашей большой стране сегодня самая разная, но везде царит весеннее, солнечное настроение. Его создают улыбки, цветы, искренние чувства. Все это для вас, дорогие женщины. Мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью. Сегодня все мужчины от души дарят вам подарки, поздравляют своих мам, бабушек, жен, дочерей, подруг, коллег. Только вы, женщины, способны создавать радушную атмосферу на работе и в семье, брать на себя повседневные заботы о доме и детях, быть для них нравственным примером. Мы знаем, что сердце женщины самое верное, ее прощение самое пронзительное, а материнская любовь поистине безгранична. Вырастить, воспитать ребенка – это счастье и ответственность. И тем более ценен труд многодетных матерей, в том числе тех, кто согрел, сделал счастливыми приемных детей. Женщина – это теплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины. Ей посвящено множество произведений, и у нас уже складывается замечательная традиция. 8 марта в честь женщин читать стихи. Очень проникновенно написал Андрей Дементьев. «Я знаю, что все женщины прекрасны, и красотой своей, и умом, еще весельем, если в доме праздник, и верностью, когда разлука в нем. Не их наряды или профиль римский, нас покоряет женская душа, и молодость ее, и материнство, и седина, когда пора пришла. Покуда жив, я им молиться буду, любовь иным восторгом предпочту. Господь явил нам женщину как чудо, доверив миру эту красоту». Еще раз поздравляю вас, дорогие наши женщины, с праздником. Будьте любимы и счастливы.